Кто-то только начинает историю своей семьи, кто-то делится мудростью семейного счастья. А вот многодетные Ярослав и Надежда Ольховские рассказывают о своем опыте. Как справляются с трудностями, как расставляют приоритеты в отношениях. Для них День семьи, любви и верности – значимый праздник. Свою историю они рассказали нашему корреспонденту Александру Колганову. Папа! Привет! Привет, родные мои! Привет! Добрый вечер, папа! Привет! В коридоре однокомнатной квартиры Ярослава Ольховского семья встречает полным составом. Пятилетние озорники Сева и Сава, кроха Есения и жена Надежда каждый вечер ждут возвращения любимого папы и мужа с работы. Скучаю, да, конечно, целый день работаешь. Когда какая-нибудь минутка появляется, я даже могу там фотографию посмотреть с детьми, что-то вспомнить, чтобы немножко отвлечься от работы. Ярослав зарабатывает на жизнь сборкой мебели. Он один кормит семью из 5 человек. Говорит, что в рецепте семейного счастья особых ингредиентов нет. Никакого секрета нету. Как бы, ну, встретились 2 человека, полюбили друг друга. И не показываем там порой какие-то свои недовольства. До появления на свет двойняшек Севы и Савы Ольховские 5 лет ходили по больницам. Врачи говорили, рожать нельзя. Но, несмотря на все запреты, у Надежды получилось родить сразу 2. Имя теперь уже многодетной мамы в этой истории приобретает дополнительный символический смысл. А недавно Надежда родила еще и дочку. В том самом роддоме, где появились на свет и ее первенцы, и она сама. Очень приятно, когда эти женщины, которые находятся у нас в родильном доме, узнают тебя, когда говорят: «Ой, Татьяна Николаевна, а вы приняли вот как бы меня в руки, а теперь принимаете уже моего ребенка». Это, конечно, очень приятно, потому что прослеживаются поколения. Многодетная мама признается, что наслаждается декретным отпуском и на работу выходить не торопится. Ее главный приоритет – дать детям максимум теплоты, заботы и внимания. Когда забеременела 3-м ребенком, родственники очень за это переживали, как тяжело поднимать 3 сразу. Наверное, есть такое святое выражение: «Бог дал ребенка, даст он ребенка». Вот, поэтому я так думаю, что наши дети ни в чем не нуждаются. Вот, а хорошее воспитание мы им точно дадим. Главное, чтобы они были крепкие и здоровые. Секрет семейного счастья для Надежды – взаимопонимание. Уважение и умение договариваться – главные составляющие крепкого брака. Я, допустим, пытаюсь всегда представить, как бы я поступила в какой-то ситуации, да, вот если мы начинаем ругаться, к примеру, чтобы вот, ну, сопоставить факты и поставить себя на место мужа, да, что ему не нравится, что мне. То есть самое главное – это, конечно, понимание, уважение друг друга и умение договариваться. Самое важное – любовь. Все любить друг друга, любить мам. Детей, да. Какие они бы ни были, даже непослушных. Александр Колганов, Валерий Абсолямов, телеканал ЛРТ.